Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Войны на Земле мы продолжаем. Ну что, у нас очередной особый ивент. Потерянные и найденные. Ну что, давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Развязывание войны. Ядра праймов, когда-то мифические сердца 13 кибертронских праймов, упали на планету Земля. Узнав расположение трех ядер, автоботы и десептиконы пересекли континенты, чтобы найти их, но в итоге встретились друг с другом в смертельном поединке! Ха-ха-ха, поиски еще не завершились. Слушайте, нормально, это прямо уже какой-то Mortal Kombat начинается. Так, принять участие это ладно? Так, вот. Две главы, как обычно у нас. Поиски еще не завершились. Прими участие в ивенте ближайших выходных, чтобы заполучить кристаллы лонгшота в течение... И непонятно, просто в течение. Ну, давайте воспроизведем передачу, посмотрим, что у нас тут. Первая глава этой истории, так сказать. Ну, у нас не было проблем с обнаружением массивного ледяного кратера, оставленного ядром Прайма. Но почему-то я не вижу ни одного автобота. Это же хорошо. Давай просто заберем ядро и свалим. Пусть хоть раз будет так просто. Так ли это? Я все еще задаюсь вопросом. По моему опыту, если что-то кажется слишком простым, чтобы быть правдой, в таких случаях бывают очень болезненные последствия. Не, твой бак просто вечно полупустой, Старскрим. Соглашусь со Скайварпом, давай просто возьмем ядро и свалим, пока все просто. Хорошо, воплощайте свой замысел. А я буду кружить поблизости. Странно, огромный кратер, но где же ядро Прайма? Я начинаю подозревать... Я, Гримлок, говорю привет! Диноботы, под слоем снега! Мы окружены, и я не могу трансформироваться. Это мой глушитель. Действует не так далеко, но он делает свое дело. Гримлок, взять их. Я, Гримлок, буду идти в авангарде. Пришло время жевать металл. Тупые десептиконы попали прямо в нашу ловушку. Не все. Иду на сближение. Что за... Ауч. Как хорошо, что я заметил его атаку вовремя. Но я выронил ядро Прайма. Почти как если бы оно само захотело этого. Твой проигрыш — это моя победа. И поверь мне, я никогда не откажусь от своего приза. И он скрылся. Диноботы, прекращаем бой, эта битва закончилась. Оставьте их, Гримлок. Прекращай гоняться за Скайварпом. Гримлок, я сказал... А чего я вообще беспокоюсь? Пусть гоняет, действительно. Да. Вот такие дела. Чё-то, по всей видимости, ядро Прайма обладает этим дополнительным эффектом, как а-ля кольцо всевластия, да? Со собственной волей, так сказать. И, в принципе, будет неудивительно. Ну что, сразу в бой, погнали? Вот, у нас команда, у нас теперь довольно-таки-то многовато в отряде. Но до 2000 еще далековато, ох, как далековато. И вряд ли мы когда-либо до этого доберемся, ну да ладно. Перехватили солдата Десептикона. Обалдеть. Так, а тут мы как будем? Ну, тут, смотрите, ключевые пушки все в одном месте расположены. А коль так, нанесем массированную атаку прямо в центр. Так. Давай, Оптимус, на таран! Здорово. И давай, Бамблби, вырубай эти пушки. Ой, хорошо. Просто замечательно. Что такое? Остановись! Какой остановись? Я тебе остановлюсь. Ты давай, вырубай это, Бамблби. Нифига себе, там какой-то десептикон у нас, оказывается, вылетел. Не успел посмотреть, а он уже же живот держится. Бедолага. О. Так.
О, а Мегатрон вы... Ну и все, и обратно бы лучше залез. Ну... Да. Ну вот и все. Первая база уничтожена. 50 очков получили. Награды, конечно, так себе. Максимальный уровень. Да, надо будет ребят прокачать. Особенно трехзвездочных, за ними будущее. Так. Ну, давайте второй отряд в бой отправим. Вот, отлично. Ну чё, может быть попробовать всё-таки 350? Давайте попробуем, рискнем, так сказать. Хотя чую, мне это боком выйдет. Но может быть опыт хотя бы мы получим. Какой-никакой. Так, давай-ка сюда. Деплой! Так. Давай-ка на таран. Ты у нас сюда. Черт, что ты прямо... прессуют нас! Так. Во, нормально. Смотрите, да? Но почему лазер в этих бьет, когда он по определению должен лупить других? Это бредовая ситуация, мягко говоря. Способности сработали не так, как я рассчитывал. Должны были концентрировать свой огонь на тех, кому я сказал, а они даже близко это не сделали. И это была фатальная ошибка. Ну тут можно, в принципе, ускориться. Да. Просрали. Способности недурно подвели. Ну ладно, ладно. Значит, еще рановато. Либо есть какой-то аспект ведения боя, про который я еще пока что не узнал. Но вроде как способность должна на себя отвлекать. И как бы по датчикам, как бы отвлекло. Турели с восклицательным знаком были, но почему-то все-таки не стреляли по цели. Очень забавно. Ладно, так, а мне тут другие нужны. Где автоботы? Во, нормально. Так, полный комплект. Во, одни летуны. А, нет, не одни летуны, но все же. Автобот Джаз, Скайдайв, Альфа Браво. Давайте Дастап возьмем. Во, Эйрейд? Три звезды? Не поняла, откуда? Был же он, да, вроде у меня? Ничего себе, три звезды! А чё он у меня тогда на скамейке запасных делает? А ну-ка, марш в бой! Давай-ка прокачивайся! Еще чуть-чуть и в первый отряд попадешь. Будет просто замечательно. Так, ну давайте-ка вот этих. А так! Главное, чтобы мы не завалились на этой атаке. Орбитальный удар. Ни хрена себе. А ну-ка. Ну-ка, орбитальный удар. Ох, ничего себе! Вот это здравая тема. Я просто балдею. Так. Хранилище уничтожить. Обалдеть, такая орава атакует, с ума сойти. Давай. Есть! Блин, как же классно эта тема со взрывчаткой. Просто как они одновременно руки понимают, меня всегда это прикалывает. Прямо наводит на некоторые мысли. Ну да ладно. Так, опа-на, ну этот хотя бы не из задницы достал ствол, прям так из двух рук. Прям как у Дарта Сидиуса. Так. Здорово. Просто замечательно. Все. Вот это другое дело. Ну и, друзья, давайте тут закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттера. Снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Храни вас, Праймус. Пока-пока.